Здорово, мой дорогой друг, с тобой снова я, Тима Мацони. Я знаю, что тебе несложно будет это сделать, а мне вдвойне приятно, и действия вроде очень простые и легкие. Это поставить лайк, написать комментарий, а именно предложить, какой видосик мне еще посмотреть, и подписаться. Сделать кнопочку серой, а не красной. И я буду премного тебе благодарен. Поехали смотреть видос. На прошлом видосе вы оставляли комментарий. Один из комментариев набрал приличное количество лайков. Там был указан вот этот вот видосик. GTS Georgia. Это грузинский битбоксер. Как я правильно понимаю, да, вон вижу грузинский флаг. Moonlight and Dropping Vibe. Давайте посмотрим. Hello guys, I'm GTS. I'm from Georgia, and this is a message I thought to Beatbox International. GTS. Какой у него мощный прям. Think about the beauty of the lies. Хорошо. Вот я хочу сказать, что с каждым разом, как я все больше и больше познаю сейчас битбокс, как же он далеко ушел в прогрессе. Я сейчас просто слушаю и в шоке нахожусь. То есть, если бы я услышал подобного рода стиль, да, вот такой спектр звуков, ну, лет так 6 или 5 назад, я был бы в шоке. В принципе, я и так в шоке. I wanna drop the swipe so you feel it. Ну это вообще жирный пацанчик, ну не в прямом смысле слова. Вы знаете кого, чей битбокс мне это напомнило? Азиатский битбоксер, по-моему, с Японии. Я, кажется, начал вспоминать, что это за битбоксер. Сейчас, подождите. Шох, вот он, точно. Вот кто знает этого битбоксера, очень сильная стилистика. Между ними схожесть прям большая такая есть. Согласитесь, пишите в комментариях, что думаете. Касаемо этого парнишки, вообще никаких вопросов нет. Максимально все музыкально, эстетично, качественно, круто. Самое интересное, что не сбивался с ритма, никуда не торопился. Не лепил какую-то нелепую кашу, как вот в прошлом видосе битбоксер у нас сделал. Кстати, вот где-то тут сейчас должна всплыть ссылочка. Можете посмотреть. Делал круто, все классно, качественно, но при этом такая каша. Все не скомбинировано между собой. Здесь же совершенно другая ситуация. Кайф, лайк однозначно. Сколько нас еще ждет впереди интересного? Все зависит от тебя. Какой комментарий мне напишешь, то мы и будем с тобой смотреть. С вами был я, Тим Мацони. До новых встреч!